Приветствую всех на канале Дима Лего Фан. Сегодня у нас на рассмотрение обзор за номером 60061 пожарный автомобиль службы аэропорта. Этот набор состоит из около примерно 250 деталей. В комплекте два Лего человечка, мужчина и женщина. Подробнее увидите их на фотографиях. Грузовик имеет ряд функций, таких как пламя-гаситель, пушка, поворачивающаяся во все стороны, открывающаяся кабина пилотов, кабина водителей, открывающиеся боковины, где куда можно положить инструменты все, например. Да. Сзади открывается доступ к двигателю. Смоделирован очень достаточно точно правдоподобный двигатель этого грузовика. Сзади у нас есть пила для распила всяческих металлических конструкций и топор. Колесная база 4x4. Немножко информации по этому грузовику. В реальности он существует. Красный цвет не обычен для этого грузовика в реальности. Он используется только в Европе. В Америке эти грузовики идут ярко-салатового цвета. Как видим, здесь есть мигалки по всему периметру грузовика. Также в комплекте идет тренировочный двигатель. То есть пожарники, когда не на службе, они тренируются тушить эти двигатели, чтобы потом им, если вдруг какая-то опасная ситуация, было проще бороться с огнем. И чтобы они не теряли свои навыки. Колеса достаточно такие большие, хорошие колеса. Грузовик достаточно широкий. Ширина его 6 пупырышков, как некоторые говорят. Ну, на сим хочу закончить обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Всем спасибо, всем пока.